господа, мы завершили рекогностировку нашей текущей средиземноморской экспедиции. Хотел с вами поделиться результатами рекогностировки. Цель средиземноморской экспедиции – это исследование смерти Иисуса Христа. Исследование смерти Иисуса Христа мы начинаем в Стамбуле. И сразу же закладываем стамбульскую экспедицию. Потому что как бы город нам показался крайне интересным с исторической точки зрения и с прикладной как бы, точки зрения. Но я вам хочу сказать о том, что в общем-то, мы два дня исследуя как бы, Стамбул со всеми его храмами, в общем-то, пришли к очень интересному как бы, выводу. Вот перед нами София, как бы это был, говорят, сначала христианский, потом стал исламский храм. И напротив него прямо располагается голубая мечеть, они как бы братья-близнецы, как бы, да, или сестры, как бы, с Софией, да, то есть. Ну, исследуя голубую мечеть вчера, мы пришли к выводу, что это модель Бога. Кто знает прикладную науку, прекрасно знает, что такое естественная иерархия творения. Это как раз вот минареты, которые как бы там существуют, их четыре. Голубой мечети, вот. Вот. И у Софии 4 как бы минарета, один ближе расположен. Вот всего их 6 вокруг нее минаретов, а вокруг Софии минарета 4. Как бы, ну, мы видим, что там 4, которые принадлежат самой голубой мечети. 12 ступеней снизу вверх, как бы символизируют естественную иерархию как бы творения, то есть как бы нисхождение, восхождение духа. И сам диапазон. Как бы, так сказать, минарета говорит о четырех движках кругоносцев, которые описывают как бы Бога. Да, люди мысли бытие творящие, род земной, род небесный и как бы естественная иерархия как бы творения. Вот как бы по сути своей, что означает София, вот что означает голубая мечеть и все храмы этого города по причине того, что с той или иной информационной, безусловно, нагрузкой. Это будет подробно изложено в результатах экспедиции. Но уже сейчас можно совершенно четко сказать, что христианские храмы ничем не отличаются от исламских и совсем не отличаются между собой. Можете посмотреть на церковь Ирины. Мы имеем дело с точно такой же церковью, с таким же куполом, в общем-то, и точно таком же формате, как и София, как и голубая как бы, мечеть. Откуда взялся этот храм? Это горный храм. Это горный храм. То есть это первый храм. То есть горный храм были первыми храмами на Земле. Это горный храм, который перенесен на равнину. То есть, как бы, можете внимательно на церковь Святой Ирины посмотреть со всех сторон, на Софию, как бы, на. То есть это модель Бога, сделанная как бы в скалах, в силу естественного рельефа местности. И вот этот же храм, который делали раньше, изготавливался. В силу, естественно, выбиралось место, где это наиболее удобно организовать, доработав местность соответствующим способом. Теперь это, так сказать, было перенесено в Стамбул как основные как бы, храмы. Честно сказать, я до этого вот такого горного храма не видел. То есть Стамбул первый город, где я увидел этот горный как бы, храм. Этот храм первого периода деградации, поэтому все храмы, которые находятся в Стамбуле, они первого периода без деградации. А вы знаете, что к сожалению, Иисус Христос, то есть вырождение корабельного Бога, это третий период деградации. Отсюда мы можем сделать неутешительный для нас, для всех вывод. Эти храмы были построены намного раньше, чем пришел Иисус Христос и тем более уж был казнен. Соответственно, мы можем точно сказать, что как раз
в Стамбуле Христа никто распять как бы не мог. Вот такие выводы предварительные из регистровки по средиземноморской как бы экспедиции. Задачу мы себе на рекогностировку ставили проверить гипотезы Фоменко с Носовским о том, что Иисус Христос был распят в Стамбуле. Ответ на вопрос как бы готов. Вот. И выглядит он так. Нет, как бы Иисуса Христа распяли не в Стамбуле, это точно. Почему мы как бы так думаем? Ну, мы были в Еросе, покажем вам видео, фото. Это на Иерусалим он не то что не похож, как бы, ну очень... как бы с натяжкой его можно городом назвать. Что касается могилы Иисуса Навина, тоже были, тоже все вам покажем. Громадные сомнения в этом вопросе, да, тоже. Ну, безусловно, все это будет проверяться в ходе средиземноморской экспедиции. Продолжаю экспедицию, и мы будем вас информировать о ходе экспедиции, отчет как бы будет в полном объеме, как и по сицилийской экспедиции вам как бы представлю. Всего доброго и до встречи!